Под номером 5 выступает Юлия Воробей из города Речица Гомельской области. Юлия – автор и исполнитель песни «Не упусти свою мечту». Юлия Воробей родилась 23 февраля 1992 года. Увлекается музыкой, пением, спортивными танцами. В творчестве Юлии помогает мама и руководитель вокальной студии. Участвовала в фестивалях «Сузорье надей», «Все мы родом из детства», «Споем с оркестром», в финальном туре конкурса детской песни для Евровидения 2004. Всем участникам желает не упустить свою мечту. Играют мирно дети, верю, счастье есть на свете, и мечта живет. Можно петь и веселиться, можно просто жить, учиться, можно всех вершин добиться, если повезет, не упусти свою мечту. Ты за нее держись, не упусти свою мечту. Она дорога в жизнь, не упусти свою мечту. Ты за нее борись, лети за нею, улетай далеким звездам быть. С тобою рядом, он тебя поддержит взглядом, звезды станут водопадом. Загадай судьбе на земле, чтоб мирно жили и про войны все забыли, сердце для любви открыли люди. Не упусти свою мечту, она дорога в жизнь. Не упусти свою мечту, ты за нее борись, лети за нею, улетай далеким звездам вы. Не упусти свою жизнь, не упусти свою мечту, она дорога в жизнь, не упусти свою мечту, ты за нее борись, лети за нею, улетай далеким звездам ввысь. Представляем вам участницу